Здравствуйте, уважаемые партнеры. Я Груцина Людмила Аркадьевна, лидер компании Тиньши со статусом почетный член правления. Я думаю, что к вам, как и ко мне, очень часто обращаются люди, что на маркетплейсах, на Озоне, на Валбересе продукт Тиньши гораздо дешевле, чем продается он у нас. И люди очень обеспокоены. Вот сегодня случился случай. Пришла женщина и принесла баночку расвератрола компании Тиньши, которую она приобрела на маркетплейсе. Все обычная баночка, все написано, все прекрасно. Но она сказала, что какой-то запах. Я решила при ней вскрыть капсулку расвератрола. Капсулка расвератрола. Я взяла ее в руки. Вот белый листик бумажки. Внимание! Я ее вскрываю. И вот что выходит из капсулы. Я в компании 24,5 года. И с расвератролом знакома не понаслышке. И если говорить честно, пью его сейчас. Я глазам своим не поверила. Я вскрываю вторую капсулу. Я вскрываю третью капсулу. Как вы понимаете, я это делаю не первый раз. Вот две капсулки, вот такие вот, я растворила в водичке. Ну, могу вам сказать, цвет сразу мне не понравился, потому что я с расвератролом знакома не понаслышке. И, как вы уже поняли, пью даже его сейчас. Я взяла свою баночку расвератрола, которую я пью. Капсулки очень похожие, одинаковые. Открываю. И вот две капсулки расвератрола, тоже растворенные водички. Я думаю, вы видите все своими глазами. Ну, по поводу вкуса, по поводу, конечно, пробовать это я даже не буду. Я слишком берегу себя и свое здоровье, а это с удовольствием выпью. Вот, уважаемые господа, это то, что мы всегда говорим. Покупайте продукцию у тех людей, которые за нее отвечают. Покупайте ее в компании, которая много лет на рынке, а именно 28 лет. Более 100 стран на всех континентах мира. Покупайте и не смотрите на цену, потому что невозможно за 2 копейки купить то, что стоит тысячи и миллионы. С уважением, Людмила Аркадьевна Груцина.